Ну, что ездовые собаки бывают, это я слышал. А вот чтобы ездовые коты, это перебор. Чтобы не попасть в нелепую ситуацию, как герои советского мультфильма, подготовиться к зиме лучше заранее. И самое время для этого – осень. Кстати, в преддверии Дня автомобилиста, который отмечают в России с 1976 года, автоцентр «Реал» на Оби подготовил подарки. Например, акцию «Зима не страшна». Здесь проверят техжидкость, аккумулятор, проведут диагностику подвески и элементов системы отопления. У нас сейчас запущена акция «Сезон охоты на выгоды». И наши клиенты могут получить скидку до 190 тысяч рублей на приобретение кроссовера. Специалисты советуют остановить свой выбор на новеньком Kia Sorento. Привлекательный вид, агрессивная, но эффектная решетка радиатора, светодиодные фары, последний рестайлинг. При внушительных габаритах машина очень маневренная. 180 лошадиных сил, обладает повышенной экономичностью, ну и тяговитостью. Вот обратите внимание, очень шустрый автомобиль, в потоке идет уверенно. Смотрите, обгоняем всех, очень шустро идет автомобиль. В сервисном центре «Реал» на Оби действует гибкая система скидок и бонусная программа. Клиенты, которые приезжают на гарантийных автомобилях, при прохождении обслуживания накапливают бонусы, которыми можно оплатить до 20% от стоимости всех работ. Клиентам постгарантийных и непрофильных автомобилей бонусная программа дает хорошую скидку – 50% на обслуживание и 15% на запасные части. Автоцентр «Реал» на Оби уже более 15 лет радует водителей комфортом и качеством, поэтому многие автомобилисты выбирают именно «Реал».